Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня очередная распаковочка, очередная посылочка с сайта AliExpress. Здесь электрическая отвертка, перезаряжаемая USB отвертка. Давайте откроем, посмотрим и проверим ее. Посылка пришла на третий день после заказа. Доставка до двери транспортной компании IML. Вот очень быстрая доставка с московского склада. Брал ее для Шурина. Упакована. Простой почтовый пакет. Коробка совершенно не помялась. Вот такая упаковочка. 3,6 вольт. 20 предметов. Здесь Шурин у меня электрик. И поэтому для работы ему нужна такая отвертка. Чтобы крутить не простой отверткой, а электрической. Так, открываю. Вот. Вот сама отвертка. Ну, отвертка такая массивная. Вот, сейчас попробуем, работает или нет. Работает. Сразу же заработала. Три светодиода для подсветки здесь имеются. Так, кабель зарядки USB. А здесь Type-C. Вот. Если она подзаряжается. Разъем Type-C. Имеется реверс. Вперед и назад. Так. И 18 бит здесь. Различных. Для различных работ. Вот. Вот такие звездочки. С прямым шлицом и с крестовым. Крест. Шестигранники, три шестигранника и вот такие биты. Так, типа ПЗ. Сейчас проверим, как она будет откручивать. До этого он мне скинул ссылку, я ему заказал отвертку, но она оказалась совершенно нерабочей. Вот прислали. Долго ждал. Прислали. Она со следами вскрытия была, начал снимать. Она не работает. Заряжается, горит лампочка зарядки. И не крутит, не работает. Пришлось открывать спор. С продавцом никак не смог урегулировать этот вопрос. Вмешался AliExpress. AliExpress решил вернуть деньги и товар не возвращает. А я ему предлагал возвратить. А он мне предлагал $2, $3, ну и так далее. Ну, пусть будет так. Деньги вернули, я купил вот такую отвертку. Быстрая доставка. Даже чуть подешевле, чем это. Эта отвертка стоит 1500, но со скидкой 1200. И с доставкой из Москвы. А если будете заказывать из Китая, будет еще дешевле. Ну, сейчас проверим. Что-нибудь открутим. Давайте. Посмотрим, как она работает. Сюда подойдут любые биты. Стандартные. Так, мы сейчас ставим. Сначала попробуем крест с крестовым шлицом выкрутить. Вот таким вот макаром. Назад. Отлично. Выкручивают. Для мелких работ вообще незаменимая вещь. Не то, что крутить вручную. Откручивает быстро. Ну ладно, все. Работает. Тут отворачивать не буду. Там наклеечка. И закручиваем. Также закручиваем легко. Так, мощная вещь. Можно попробовать. Ну, сейчас попробую. Самореза будет закручивать деревяшку или нет? Потянет или нет? Это только так для эксперимента. Конечно, она не предназначена для этих целей. Но все-таки эксперимент надо провести. О, отлично. Вещь удобная, хорошая для мастера электрика. Итак, в любом деле вещь удобная. Я подумываю даже и себе такую вещь приобрести.
И подсветка имеется. Компьютер разобрать, собрать. Все что угодно. Любую аппаратуру. Главное, имеется подсветка. Так. Вот здесь у нас прямой шлиц. Давайте попробуем. Большую взял. Да. Короче, инструмент хороший. А здесь всего одна бита. Большая. Вольтаж такой же, мощность такая же. Но не рабочий. Инструмент не рабочий. Но он немножко поменьше. Здесь встроенный аккумулятор литий-ионный на 1500 ампер-час. Аккумулятор стоит 18650. Ну, работать должен. Так. Нормально. Отворачиваю. И теперь обратно заворачиваю. Отлично. Отвертка рабочая. Шурин будет доволен, я думаю. Так, надо посмотреть, что там внизу находится. Не посмотрел внутри. Мануал-то должен быть, по идее. Да. Там что-то есть. Ага. И много чего есть. Мануал. Ну, прописаны все характеристики. На английском. Все на английском. Так. Еще какая-то хрень непонятная. И рекламная буклета. Work Pro. Магазин Work Pro на Алиэкспрессе. Вот что они продают. Что можно купить в этом магазине. Вот. Это все отдам Шурине. Пусть разбирается. И работает себе на здоровье. Сейчас попробую завернуть в деревяшку этот саморез. Заверну или нет, не знаю. Так, ладно, буду крутить левой рукой. Так, чтобы было видно немножко под наклоном. Крутит. Закрутил, но закрутил под наклоном до упора. Сейчас выверну его. Немножко мощи, конечно, не хватает, но он для этого не предназначен. Предназначен только для работ, таких как электрика и тому подобное. А для того, чтобы вкручивать такие саморезы, есть шуруповерт. А эта вещь хорошая, мне нравится. Ручка эргономичная, обрезиненная, скользить не будет. Держатель магнитный. И имеется подсветка. Ладно, надо будет подзарядить, наверное. Я думаю, Шурин подзарядит. Когда разрядится. Разрядится. Вот такая отвертка, друзья. Отвертка рабочая. Не то, что это. Сколько мне нервов потрепал он, этот продавец. Переписывался с ним неделю почти. Задаю вопрос, отвечает мне на следующий день. Задаю еще вопрос, отвечает на следующий день. И так целую неделю. Говорю, давай я тебе верну его, а ты мне вернешь деньги. Нет, говорю, давайте $2 верну. Ну, не захотел возвращать, пусть будет. Шурин, я думаю, отремонтирует. А так брак отсылать, это тоже не дело. Но то вот это вот дело. Вот такая вещь. Ссылочку на него оставлю под видео в описании. На эту отвертку. На нее, вернее, да. Ну вот. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания, удачи вам.